25 апреля на базе Республиканского центра образования в городе Каспийске в рамках федеральной программы по развитию научно-технического творчества в образовательных организациях и развитии инженерных классов состоялась встреча с депутатами Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Денисом и Натальей Кравченко. Гости ознакомились с творческой деятельностью воспитанников РЦО по разным направлениям. Началось знакомство с воспитанниками кружка судомоделирования и их работами. Ребята продемонстрировали недавно изготовленные беспилотники, корабли на пультах управления и многое другое. После депутаты побывали в новом экологически чистом городе, придуманном и воплощенным школьниками художественно-изобразительного кружка. Необычный дизайн, передняя часть составляет шар от глобуса. Университет у нас не единственный. Кроме того, гости сами приняли участие в мастер-классе по пирографии от детей, а также посетили музей, где им рассказали о всех этапах приготовления настоящего горского хлеба. В завершение депутаты Государственной Думы совместно с директором Центра образования обсудили дальнейшие действия по развитию инженерных классов, материально-техническую поддержку в этом вопросе.